Приветствую вас. То, что ребенок вот заглядывает вам в глаза, смотрит с подобострастием, со вздохами произносит ваше имя, значит, соответственно, щупает, трогает вас, это вполне нормально для ребенка, такая вот чувствительность. Вот, ничего интимного здесь пока еще, наверное, нет. Ну вот. По крайней мере, если мы говорим именно вот, в контексте, ну, возможного осознавания ребенком того, что он делает. Да? То есть он не осознает и не придает сколько-нибудь серьезного значения тому, что происходит, он не придает этому значения такого, как вы. Вот, это я не про то, да, хорошо это или плохо, я просто вот именно, ну, просто в контексте того, что он не придает этому такого значения, как вы. Вот. И не должен продавать. Нормально ли это? Да, нормально. Для ребенка это нормально. Ваша реакция скорее вызывает вопрос. Вот, потому что то, как вы реагируете. Как будто бы, да, и то, что вы держите дистанцию. То есть, поймите правильно. Вы не обязаны, ну, как бы действовать, да, то есть вы не обязаны быть там, с ним не обязаны там, делать с ним что-то, чего вы не хотите, вот, вы не обязаны с ним обниматься, не обязаны там соблюдать дистанцию, точнее быть в дистанции, не обязаны с ним. Но то, как вы на это отреагировали, конечно, вызывает вопрос. Потому что, ну, почему здесь удивляться, если вот, грубо говоря, да, чувствительность как бы у ребенка, она такая сейчас хаотичная, она такая сейчас беспорядочная, естественно. Вот, и как бы. То, что у вашего, например, то, что у вашего сына этого не было, это, ну, нет, не значит, что не должно быть у другого человека. Поэтому я больше бы вот задал вопрос к вам. То есть, почему вы так отреагировала? Вот. Не в том смысле, что вы не можете так отреагировать. На самом деле вы можете реагировать абсолютно любым образом, да, любым способом. Но это как бы нормально. Просто, на мой взгляд, ну, реакция несколько избыточна здесь. Вот. И, на мой взгляд, вот вы, ну, отнеслись к этому, скажем так, слишком серьезно, может быть. Вот. Это все. Может быть, вы чего-то боитесь. Вот. Может быть, опыт какой-то у вас есть, неприятный, да? Вот. Может быть, в целом, вот, доверие между вами, допустим, и родителями этого ребенка нет доверия. Вот. Понимаете, да, как бы. Поэтому тут вот есть
свои нюансы. Здесь есть своя специфика. И с этим нужно разбираться, как мне кажется. Вот. Но как бы страшного, да, именно страшного, ничего нет. Вот. В том, что происходит. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.